Сегодня 22 декабря, день святой покровительницы Анны. Она заботилась о мамах и детях. Если у кого детей не было, молились ей в этот день. А еще примечали, Анна зиму устанавливает окончательно. Если на Анну большой иней на деревьях, к урожаю. Какой будет этот день, такой будет и на 31 декабря. До Нового года осталось 9 дней.